Добрый день, с вами Серж. Я давно не выпускал видео с моим лицом. И сейчас вот решил записать такое видео. Я научу вас, как правильно мыть руки. Для этого нам нужно мыло. Включаем воду тепленькую, либо холодную чуть-чуть, так как лето. Включайте воду по желанию. Намачиваем руки. Вот. Выключаем. Намочили, теперь мылим руки. Так, хорошо мылим. Вот. То есть со всех сторон мылим все поверхности. Даже вот не только ладони моем, но и за их пределы выступаем. То есть вот так можно даже помыть. Так даже будет лучше. Намылили, положили мыло обратно. И теперь вот такие движения делаем между своими ладонями. Потом вот такие вот внешнюю поверхность ладоней мылим. Такие движения. Теперь между пальцев обязательно моем вот так вот. Потому что там много грязи остается, если вы были на улице и трогали разные поверхности. Теперь вот так вот, с другой стороны между пальцев. Вот так вот. Вот так вот. Тоже ногти надо помыть вот так вот. Все, в принципе, теперь смываем. Так, тоже моем. Хорошо смываем. Все, вот мы помыли руки. И теперь вытираем руки полотенцем. Полотенцем именно для рук, а не для всего тела. Вот, все, вот такие руки чистые-чистые, помыл. Поддержите мой канал подпиской, колокольчик нажмите, также поставьте лайк, напишите комментарии, как моете руки вы. А с вами был Серж, до новых видео.